Я приветствую вас на своем канале, и сегодня мы будем шить подушку для ребенка старше 3 лет размером 40 на 70. Почему такой размер? Это зависит от вашего спального места. Так как я сейчас буду шить для своего ребенка, ширина спального места у него 70 сантиметров, подушка должна быть на всю ширину спального места. Поэтому подушка будет 40 на 70. Высота подушки должна быть примерно 8-10 сантиметров. Такая подушка подойдет для ребенка от 3 до 7 лет. Для ребенка старше 7 лет уже можно использовать взрослую подушку. Итак, что нам понадобится? Белая ткань. Наполнитель. У меня это шарики. Сантиметровая лента, линейка, а также булавки и портновский мелок, или же карандаш. Для подушки я буду использовать шарики. Ну, можно использовать, конечно, пух, но он больше подходит для подушек для взрослых. Почему лучше использовать шарики? Потому что они более жесткие, что помогает поддерживать голову ребенка. Если же использовать пух, то он слишком мягкий, что может создать дополнительную нагрузку на детский позвоночник. Пух лучше использовать для взрослых подушек. Теперь приступим. Для начала нам нужно раскроить нашу подушечку. Для этого на белой ткани отрезаем два куска размером 42 на 72 сантиметра с учетом припусков. Либо один цельный кусок 72 на 82 сантиметра. Вот мы отрезали нашу заготовку. Еще раз повторюсь, так как у меня цельным куском, то размер 72 на 82. Если отдельными частями, то две одинаковых части размером 72 на 42 сантиметра. Теперь нужно нашу заготовку сложить, сколоть по всему периметру булавками, прошить на швейной машинке на расстоянии 1 сантиметр и не забыть оставить место сантиметров 10, может больше, на ваше усмотрение, для того, чтобы вывернуть нашу подушку. Идем прошивать на швейной машинке. Вот мы прострочили нашу наволочку. Теперь нужно срезать вот эти уголки. Вот так вот. Все уголки, кроме того, что мы оставляли для выворачивания. Теперь выворачиваем нашу наволочку под подушку. Выравниваем наши уголки. Можете кисточкой выровнять или какой-нибудь палочкой. Теперь начинаем заполнять нашу наволочку наполнителем. Начиная от углов, хорошенько набиваем их.
Так, наполняем всю нашу подушечку и проверяем линейкой высоту в конце. Вот я застрочила на швейной машинке. Теперь разравниваем хорошенько этот уголок, который мы застрачивали. Вот такая подушка у нас получилась размером 40 на 70. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.